А что ты вообще забыл здесь, в Саммервилле? Честно, мама этого не говорит, но у нас не гроша. Единственное, что у нас осталось, это жутковатый фермерский домик в захолустье, который завещал дед. А зачем ты меня сюда привела? По приколу. Что это? Без понятия. Город находится в сейсмически устойчивой зоне. Нет ни разломов, ни фракинга, нет даже громкой музыки. А трясет каждый день. Быстро под стол! Эй, а помните то лето, когда мы ужинали под столом? Вот, нашла у себя в гостиной. Ого, идеальная копия. Копия чего? Ловушки. Последний раз призрака видели 30 лет назад. Это Нью-Йорк 80-х, как сюжет из «Живых мертвецов». Папа тебе не рассказывал? У меня только мама. Это дедушкин дом, он умер. Мама говорит, мы приехали сюда разобрать его хлам. Ничего себе! Ты кто? Назови это судьбой. Или везением. Или кармой. Но я верю, что у всего всегда есть причина. Ну давай, милая. Тут сиденье для стрелка. Охотники за привидениями. Наследники.